Секунд раньше сейчас сказок пускать. Так я уже запустил. Вай, только давай никак обычно, без секунд, страшно. Вставил сестру. Ждите уже все. Вроде здесь. О! Забеги, блядь, по скорту. Забеги.
камней под картоном. Да нет, безметка лево парня. Определенный раздел. Да нет! Понял. Ну подругу штуковку, чтобы ему было беда. Уже? А, ну хуй. Назад. Кто? Она не бойтесь. Подбор, подбор! Давай, Боня, бери! Пускай Валик, 2 минуты. Ты уже на опыте, блядь. Этот режим энергосбережения. Ой-ой-ой, красиво. Мороз! Стой там. Бля, проси, проси, Кузя, давай, давай за сюда. Можешь выйти, выйди с двори. Давай, давай, давай.
Ноги уже чувствуют. Там хоть что-то. Ноги холодно. Ноги? Какой пальцы не делает? Да я ж знаю. На рыбалке сколько лет уже? Двигаю. Сейчас после зимней рыбалки, я думаю, что сейчас жара. Не, я на зимнюю там. Жумка, до 7 минут. У меня сапоги. Давай, толстенные подошвы, да? Да. Эва, кстати, пенка хорошо держит. Но это много конденсат. Потеет? Да. Это минус. Зато тепло. Ну вот стирки, может, помогут. Я хочу попробовать. Может, оно будет подсушивать. Только куда она выводится будет? Влага. Лиза по игрокам. Один ляг, типа. Вы все это время где? Метр от стенки оттолкнул. А, так пусть приблизи подойдет. Если проводить влагу, я сомневаюсь. Потому что может теплее в них станет. Эй, рака метр от стенки! Да, тянется! Со стейками опыта пока нет. Но очень интересно. Даня, Даня, меняйся! Да ладно! Кстати, сегодня понижение температуры ожидается. Может, уже даже холоднее стало, чем утром. Ну да. Такая, блядь, не получается! А, тут не пацаны, сильно устали. На неделе минус 4 будет. Ночью. А днем плюс 3. Давно пора уже, зима. Уже зима почти, а только осень началась. Позапрошлую зиму помню. Вообще не было ни снега, ни льда. В марте потом же чуть был. Так тянет-то время, дом! На рыбалку можно сходить. Затуманило, да? Да ты шо? Я позвоню. Не, у тебя там залив вот такой, Наталка. Там концентрация хорошая. Ну, летом так. Я узнал недавно, что у вас там собираются остров заселять рестораном, кафе и так далее. А, ну, конечно, там же будет продолжение парка. Он будет насквозь идти, получается. Там два моста делают сейчас. Подожди, это частная территория, оказывается. Я читал. Я думаю, что типа город проспонсировал вот эту вот постройку этой всей штуки. Хозяин острова сказал, типа, давайте мне хотя бы ресторан, чтобы я построить. Ага. Потому что остров же, считай, без дела стоял. А так хоть красоту там сделал. Да. Я там хоть бегать смогу, там уже интересно. Держи, я, Максим. Ай, дорогая. Ай, хорошо. Я на нем с палатками отдыхал часто. А стой,
этой стороны там вообще не по рукам, некрасиво так было. Прошлым летом на байдарке вокруг этого острова плывал. Уже падает. Знаешь, как он называется? Остров любви. Найдите игроков, пацаны, за спиной Димон один. Прилип. Нам мяч надо. Да, слезь туда. Удали. Не, удали. Давай, Петерба. Я говорю, полезь. Давай, начну. А дай защита, блядь. Да, ну. Хорош. Убирался, ебаный ноги. Тени 4, блядь. Минус один, ебаный. У тебя видно с окна, как строительство идет? Не строительство. С окна видно только и чуть-чуть этого острова видно. А, я понял. Потому что строительство моста идет аж там, в конечной точке, самой близкой к московскому. С двух сторон нет, и ближе ко мне тоже. Только ну, с той стороны тоже. Там не пересечение острова, узкие эти проливы. Пацаны, в центре можно смен. Тут, где переход с материка, пока ничего не движет. Движих я не видел. А там в конце уже краны стоят. Вообще. Все лето я видел, что стояло и там, и там. Куда? Туда! Сука! Сука! Хорош, Лёнь! Надо было сходу выбивать. Он был типа, что этот остров частная территория, но он незаконно приватизирован. Да, да. С адвокатом. И тот человек, он даже утверждал, что он даже не знал, что это его собственно. Да. Паспортные данные надо как-то оформляешь обязательно. Роспись обязательно. Ну, хорошо, вот, человек это земля, и он там ничего не делает. Смысл? Так это просто как она отстаивалась. Пролетит, не пролетит. А ты читал, что там за инфраструктура ожидается? Кроме лавочек. Я не знаю, пошёл. Не знаю. Может, продолжение по Атамиталку. О, это круто было. Там у города, как всегда, нет средств, денег. Здравствуйте, претензии к нему по постройке вообще нет. Да, это гордость, я считаю. Давай, пацаны, давай. Ты был в парке партизанской? Там тоже неплохо. Раньше была как тропа здоровья, или как так это что-то называлось. Сейчас ее вообще даже непонятно, где она там была вообще. Я сильно далеко ехать. Ой, разобрался, профессор. Ты в курсе, что сейчас будет снова марафон? Олег на фотке играет, все. Бежите. Олег уже не фоткает. Всего десятки. Что это такое на марафон? Тихо, Валик, успокойтесь. Забывай, блядь. Сука! Андрюх, ты там как? Браво!
Сильно нагло, не делаем. Лайк играет. А раньше же не было, да? Так много марафона. Еще года два. Тоже год точно был. Последних лет шесть. Я бегаю два, только последний год. Мы только Карпенко, Петренко и... А куда вас Благотворительство? Нет, конечно. Это организаторы, с которыми я бегал, занимаются этим мероприятием, зарабатывают. Это бизнес-проект. Ребята, не Не совсем сходится. У меня мое предприятие Киевхлеб. Оно проплачивает за участников. А они просто так бы кому-то деньги не отдавали. То есть там что-то благотворительное должно быть. Ну, может, есть какой-то процент, я думаю, что есть для того, чтобы... Хорош, типа, хорош! Для рекламы. Да, для имиджа. Я человек. Поставляй! Что... Хорош! Так бы мои не заплатили. Это про то, что желающих просто назначают. У нас есть спортсменов, но там количество большое. Жень! На Межигирье. Не, ну эти Межигирье, они, может быть, и это. Там какой-то организатор, которого я не знаю. Чтобы не заниматься. Те вот, которые занимаются большими забегами. Они по всей Украине организовывают, типа, договариваются с городом, чтобы перекрывали улицы. Нанимают персонал, убирают волонтеров. Что случилось? Хороший силовой прием случился. Я думал, он не встанет. Дима, лицом до мяча! Рота! Давай, Дарвик. Олег, ну не бросай только его. Здорово! Так он сказал, что пока. Он на вопросы не приходит. Вообще один. Дальше, дальше, дальше. Хорош. Сели, пацаны, сели, справа. Помогай, помогай, сели, вниз. Смотри вперед! Организаторы больше всего зарабатывают на онлайн-забегах, которые не надо перекрывать улицы, люди бегут где хотят, просто посылают медальку. И они когда типа пробежали, распаковывают и берут себе в коллекцию. Хорошо, организатор. Не, ну как, они так из-за карантина начали так делать, раньше так не додумывали. Сейчас есть у них часть этих онлайн, часть офлайн-забегов. Таким так больше и выгоднее. На медаль. Ну, просто что на онлайн меньше людей регистрируется. Они просто их много организовывают. Чуть ли не каждую неделю. Это хорошо. Если есть желающие, надо давать людям. Давай. Скоро он такие марафоны будет устраивать. Дедушка под забором. По скандинавской ходьбе? Да. Тоже много сейчас людей ходит. Это оно ж полезно. Да, да, да. Мышцы. Задействованы. Тоже занимаешься? Когда так? Когда в Трусковце вы? Читал. В беге очень задействовано много мышц, а там еще больше. Забей! Наконец-то он забил левый. Есть.
Просто бегали. Похолодало. Ты прав. Дима, 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 давай. Дима! Встречай, встречай! Сука, это что за вратарь-так? Я бежу до игрока и по уменьшению. Он пойдет, некому! Некому! Что у меня есть, понял? Ладно, Лев, слева, я тоже на нас! Аня! Доиграй, доиграй, доиграй с ним! Аня, дай мне! Левый, Даня, а сколько осталось? Перед мячом! 5 минут. Сколько? 5. Парень, сиди, сколько? 5 минут. Какой вообще? Красные много ноль выиграли. Да там что-то средние, туда и туда. О, ты сказал, что не забили. Да! Всего одну дал. Ух ты, посмотри налево. Мяч, мяч, мяч. Ну да. Снимать надо. Кто сейчас играет? Да, у тебя играет Адалет, легенда. Легенда зеленая форма. Адалет это вот эти.
складе, давай будемо пацани. Так что мы по времени с ним играли, пацаны? Он бы хотел я, ебать. Минута осталась. А, там есть? Или там место? Шоколад. Желаете? Спасибо. Спасибо. Легенда — это зеленый, вон, видишь, слева? Легенда! Легенда, вы здесь! Подавились? Вкусно? Вкусно. Насыщенное такое. Ой, молодец! Молодец, блядь! Красиво! Хуйню какую-то, блядь, такая. Очень красиво! А, блядь, что там ухаживать? Пацан девятку дал, блядь, 20 метров. Ебать, голевуху, типа, да, там. Видел, блядь. Блядь. Все, нахуй, короче, пока. Дай его немного построить, хули он, ты красавец. Дай ему, блядь, не пацан. Ну, на этом можно заканчивать. Давай, давай. Ну, Женя, так, 31 минута. Он же добавочный, может? Прошу больше дать мне пин. Быстрее, быстрее, мяч! Время! Женя! На мяч иди! 32 минуты! Время! Так время было уже, все! Давай, 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 давай,